Фойе культурно-спортивного центра «Мечта» было поделено на несколько тематических зон для проведения мастер-классов. Каждый ребенок мог найти для себя что-то интересное. Пока одни занимались новогодними поделками и куклами, другие плели косы и вышивали. Дети увлеченно переходили от одного стола к другому. Они хотели успеть попробовать свои силы в каждой зоне. Инициаторы мероприятия, организация «Многонас Одинцова» и районная общественная палата выразили надежду на то, что этот благотворительный фестиваль станет ежегодным и будет объединять не только многодетных мам нашего района, но и гостей из других муниципалитетов Подмосковья. От этого мероприятия мы ожидаем только позитива, добра. И, конечно, хочется сказать, чтобы наши женщины не боялись, а как раз повышали рождаемость. И вообще это мероприятие направлено на то, чтобы все объединялись и, собственно, развивали дальше наше Одинцово, наш Одинцовский район, да и все Подмосковье. Вот, и, конечно, мы хотели вот благодарность, да, вот именно директору, да, КСЦ «Мечта», это Большакову Игорю Александровичу, да, за предоставленную площадку. Нам предоставили любезно и площадку, и помощь в 24 часа в сутки. Его заместитель Инна Александровна с нами постоянно была на телефоне, предоставляла нам также всю информацию. Также хотели поблагодарить все общественные организации, которые приехали. В этот день было заготовлено много сюрпризов, таких как розыгрыш призов, конкурс пирога, ну и, конечно, праздничный концерт, на котором выступили районные творческие коллективы и гости фестиваля. Самые яркие эмоции у детворы вызвало выступление пародиста Александра Пескова, который вышел на сцену в необычном качестве, как исполнитель. Для начала артист спел песню для прекрасных мам, а затем позвал на сцену детвору, которая резвилась возле него, кружась в хороводах. И пускай, как в рождественской сказке, мы не знаем любви своей маску, среди тех, кого ночь эта кружит, где-то есть тот, кто очень мне нужен. В завершении праздничного вечера состоялось награждение самых активных мам Подмосковья. Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».